Всем привет! С вами снова Атлантис 3570, и мы продолжаем собирать с вами телескоп, или начинаем собирать с вами телескоп. Даже не знаю, как точно. Вот было снято вот это колечко, было установлено и почищено зеркало, чтобы почище оно было, хотя, конечно, не идеально, но пыли на нем уже, можно сказать, нету. Хотя оно очень неплохо, эта пыль на нее садится. Так, у нас по инструкции дальше, можно сказать, установка. Так, надо от греха подальше зеркало убрать. У нас по инструкции с вами установка вот этого кольца. Это кольцо, которое держит главное зеркало. Мы его устанавливаем, выравниваем, хоть это не столь важно, и начинаем крепить. Конечно, не очень неправильно взялся. Так, сейчас я разверну, вот то, чтобы, знаете, не поцарапать сильно, пресильно. Так, давайте. Следующая установка это этих колец должно выровнять саму трубу, сделать ее типа идеальной сферической, идеальной трубой, не овалом, типа каким оно сейчас является. Я не знаю, овала оно или нет, как вы видели, наделать довольно легко. Ой. Там так не передать словами, как я рад, что мы наконец-то собираем телескоп. Конечно, пользоваться им не получится, наверное, без фокусировки нормальной, фокусирующего окуляра, но ждать его, думаю, не буду. Скорее всего, закажу по почте откуда-нибудь, с какого-нибудь интернет-сайта, уже даже нашел парочку, даже там лазерных каких-то фокусеров этих окуляров, чтобы фокус сделать, фокус. Все у нас будет зашибись. Вот так вот у нас получается. Такая вот анкер-конструкция. Так. Ну, эти нам мешать, я думаю, не будут, поскольку зеркало у нас будет заходить. Хотя можно их покрасить. Ладно, сейчас посмотрим. Так, теперь. Что будем ставить в следующем? Вы помните, у нас есть вот такой набор болтиков, винтиков, шпунтиков и другой шняжки. И есть вот такие вот вещи, как наш фокусер и... Да, и держите. Ну, это держатель. Держатель у нас крепится через что? Ну, через вот эти две штуки точно что-то. Я немного подзабыл данную вещь. Кстати, они тут, похоже, намертво впечатаны. Так что... Красочка звезда. Я, конечно, думаю, это не обязательно делать, но все-таки, знаете, наверное. Хотя нет, сначала я думаю поставлю, а то сейчас я все пальцы перепачкаю. Ой-ой-ой, фокусер упал. Так, надо аккуратненько нацелиться, чтобы ни в коем случае не ободрать там ничего. Так, устанавливается у нас вот так вот. Ну, сначала он у нас контрагается, или не просто притягивается, а контрагает,
гаечки тут нету, а это надо сразу друг за другом гаечки сделать. У нас здесь как бы контрагайка уже сверху своего рода не совсем является контрагайкой. Так, аккуратненько. Так, вот что-что, ключики, конечно, я что-то не предусмотрел. Как-то сейчас идти в машину не хочется. У меня есть головки, но головки, наверное, под такой длинный винтик не очень пойдут. Ну и не столь критично оно. И плоскогубцами хорошо затягивать. Главное, аккуратно не поцарапать под трубу телескопа, чтобы все было у нас в шоколаде, как говорится. Наконец-то мы с вами собираем. Так, отлично. Теперь. Даже не знаю, стоит сейчас это устанавливать или нет. Ну, дальше нам только уже их прикрутить. Кстати, блин, эти штуки из пластмассы. Да, из пластмассы. Я думал, они металлические, они пластмассовые, ладно. Так же, как и вот эта вся хрень. Ладно, не буду пока что ничего устанавливать. Скай так и будет. Сейчас мы это с вами немного подкрасим, чтобы, знаете, я думаю, сильно не отражало. Я не буду эту краску бодяжить. Так, нормально. Надо было фонарик взять. Вот. Видите, болтик есть. Видите, болтика нету. Все, исчез. Магия, мать ее. Ну ладно. Эта краска матовая, она не глянцевая, так что блестить во все стороны не должна. Отлично. Запрятали. Нормально. Теперь. Извиняюсь, ребята. Ой, а тут еще какие-то гаечки были. Наверное, я забыл какие-то гаечки еще поставить. Так, а гаечки у нас должны были быть сверху, интересно, или снизу? Наверное, снизу. А может, сверху? Сверху их не видно, но все-таки снизу. Ладно, потом откручу уже, не на камеру поставлю, пофиг. Столь это критично. Давайте мы с вами достанем вот это, вот эти две гайки, которые склеены между собой до сих пор. Опа! Они не... Ух ты! Нехило так склеены. Я даже не знаю, как их расклеить. Даже интересно. Вообще, наверное, просто надо чем-то между ними стукнуть. Так, наш фокусер. Давайте отрицалку поставим. Наша отрицательная линза. Так. Ну, вся грязная, конечно. Благо, линза это все-таки не главное зеркало, и почистить ее легче, чище вот просто вот такой распушенной ватной палочкой и немного дую на нее. Вот здесь, конечно, выемка посложнее.
Конечно, если бы, знаете, использовать что-нибудь типа бы какой-нибудь пипетки или сжатого воздуха. Пипетки имеются, чтобы сухим воздухом дуть, а не который выдыхаешь. Все-таки человек выдыхает влажный воздух. И пылюгу довольно не очень сдувать. Так. Кажись, более-менее чистая. Если что, потом все равно переберу все. Только жалко, это отрицалку уже просто так я отсюда не вынешь. Придется весь фокусирующий узел разбирать. Ладно, саму линзу поставили. Здесь тоже это статика. Хотя это все было убрано, но статическое. Электричество все примагнитило. Так, сможем сейчас только на одну гайку установить, поскольку сами видели, что гайка как-то не... Или те две гайки как-то не очень хотят разбираться. Так что я их, я думаю, разберу отдельно. Уже без вас. Так, главное пальцем на линзу не нажать, чтобы ее не попачкать. Ну, давай, давай, давай. Да, дело пошло. Отлично. Так. Более-менее подожмем. Будет пока держаться на одной, поскольку... Чем бы долбануть по ней? Хотя у меня же кусачки есть. Че это я? Попробуем. Ух ты, нах ты! Вау! Оно тупо во время покраски соединилось между собой и склеилось. То есть да, их вместе покрасили. Краска их держала. Ну, мы сейчас прижмем вот этой непрокрашенной частью корпусу, а вот этой нормальной будет к низу. Хотя она глянцевая, кажется, красочка, ну ладно. Мне кажется, ё-моё. А вот это вот, конечно, эти ролики, да чтоб тебя, тут не очень к месту. Неужели придется разбирать? А, кстати, а ее даже не надо будет выкручивать. Если за... здесь, чтобы снять линзу, я думаю, выкрутить эти два винта, и у нас весь узел вылезет. Это хорошо, так, 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 аккуратненько, чтобы, опа, бы не царапать. Только как-то, знаете, не по финшу, здесь что-то уже сильно довольно процарапано. Так, 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 иди сюда. Ой. Не, надо это все-таки не на камеру делать. Я не могу нацелиться. У меня тут щель образовалась. Ее надо надавливать. Может даже чья-то помощь понадобится. Так, ребята. Очень интимная процедура, так что извиняйте. Хотя ее можно и отсюда выкрутить, эту линзу. Конечно, это пока что. Но вопрос, и как я должен закручивать, когда здесь вот этот узел. Узел-шмузел. А где там моя мега-отвертка? Мега-отвертка, мега-отвертка. Потоньше будет. Я про вот эту. Которую все знают. Которую я... уже много раз хвалил. И хвалю опять. Она подлезла. Блин. Ну, продолжаем, ребята. Я заодно гайки поставил. Вернее, шайбы, блин. Под гайки поставил те шайбы. Ну, значит, все, давайте поставим эту хреновину. Она ставится таким вот образом, да.
закрутим вот эти вот пластмассовые держатели. Да чтоб тебя. Вот все очень настолько удобно на камеру делать. Да. Так, ну, да, насколько сильно надо это закручивать, насколько, наверное, возможно, по-моему, так. Хоть, конечно, я бы закрутил бы по-другому, но здесь на картинке показано, что вот этой вот не широкой частью к низу. Хотя, мне кажется, более правильно кверху сделать. Ну ладно, пускай так будет. Уже у нас вот такая вот хренотень получилась. Масштабная. Здесь вот наш внутренний узел фокусировки. Так, теперь у нас с вами дело вторичное зеркало. Вот оно. Вот на наше. Вторичный зеркало, вот далеко лежал. Так, давайте достанем. Так, винтик. Так. Наше зеркальце. Немного пыльное. Есть, как я говорил, микроцарапины, но это не из-за того, что я ее протирала, но так было. Так что вот так вот. Я поставил на те крепежи, которые, то есть на винты, на то расстояние, которое уже стояли, автоматически, скажем так. Давайте мы это с вами попробуем установить. Да, вот здесь как-то не очень входит, наверное. Да нет, нормально, просто сказать, наверное, вот как здесь у нас восьмерка. Мне это не нравится, вот эти царапины здесь, надо их будет закрасить, наверное. Интересно, не надо на зеркало. Так, интересно, просто отличаться будет, если я здесь с красочкой пройдусь. Так, давайте немного так подмажем. Чтобы боковых царапин не было. Ладно, думаю, сойдет. Дальше мы устанавливаем это. Ладно. Так-то здесь устанавливается немного хреновей. Я думаю, здесь из-за того, что мы наставили вот эти фокусеры, там, держатели, они все-таки немного прогнули металл. Здесь довольно такая большая царапина образовалась. Ее тоже замажу. Опа. Видите? Прям телескоп уже. Что у нас по зеркалу? По зеркалу сказать ничего не могу, поскольку свет туда не поступает. А главного зеркала нет, а сфокусировать невозможно. Ну ладно. Это ерунда. Так. Какие-то лишние детали. Так. Это у нас, наверное, получается...
От этого держателя, да? Такие венчики длинные. А что они такие длинные? Хороший вопрос. Они так и должны быть такой меры длины. Или может быть эти у нас от фокусера? Блин, а? На мой взгляд, они очень длинные просто. Охренеть, какие длинные. Наверное, все-таки я перепутал винты. Наверное, сюда нужны вот эти длинные на фокусер. А сюда вот эти короткие, как раз стандарт. Где тут был типа лишний короткий. Вот он, ну-ка попробуем тебя вставить. Да, отлично, прямо. Прям как всю жизнь тут стоял. Да, я перепутал, наверное, винты. А может быть и не перепутал, но лучше так сделаю. Сейчас остановлю видео, перекручу обратно винты, поставлю сюда вот эти длинные. А сюда сниму, поставлю короткие. Так что продолжение следует. Ну, продолжаем, ребята. Так, что я сделал? Ну, поменял винты с малого на большие. Покрасил их, чтобы не отсвечивали. Хотя она сама светится, ну, неважно. Закрепил кольцо, держатель вторичного зеркала. Можно сказать, настроил вторичное зеркало, чтобы ровно было. Нам осталось поставить главное зеркало с вами. Главное зеркало. А, уже все пылью покрылось. Зашибись. Пыль она на себя магнитит, конечно, по-черному.